и вместе снабжая неким правом на приятие потом власти над самыми духами-искусителями. Это и было со святым Антонием. Самый важный всем обстоятельствам момент есть тот, когда святой Антоний, очнувшись в притворе церковном, в селении, едва еще дыша, сказал своему другу: «Неси меня опять в мое уединилище». Ибо этим он выразил предание себя на смерть ради такого образа жизни, который в своем лице сознавал единственно угодным Богу. Это значило тоже, что и делом умереть Господа ради, ибо готовность на то была полная. Готовность на смерть ради Господа и угождение Ему есть всепобедительное оружие, ибо чем еще можно искусить или устрашить имеющего ее? Она и считается исходным началом подвижничества и крепостью во все продолжение его. Господь и Спаситель, подвигоположник наш, все дни земной жизни своей видел смерть перед собою. Но во время молитвенного борения в саду Гефсиманском он окончательно победил ее человечеством. Страдания и смерть крестная делом совершили то, что там изречено было словом. За этим следовало тридневное субботствование перед славным воскресением. Этот путь проходит все души, пошедшие вслед Господа. Первый шаг при всем есть самоотвержение. Но в каких бы малых начатках оно ни было, в нем всегда есть своя доля готовности на смерть. Затем растет самоотвержение, растет и сия готовность, или сия готовность есть душа самоотвержения. Кто дойдет до такой степени готовности, какая была у Спасителя в саду, тому предлежит тотчас восхождение в духе на крест, и затем субботствование духовное, за которым следует наконец и духовное воскресение во славе Господа Иисуса. Вот это и совершилось теперь в духе святого Антония. Словами к другу «неси его опять туда же, где его так умучили», он показал, что в его духе было то же, что у Спасителя, когда он по молитве в саду сказал ученикам: «Идемте, вот приближился предающий меня». За этим тотчас следовало его удаление в дальнейшую пустыню и 20-летнее в ней пребывание в безмолвии, то его распятие и субботствование в духе. Лишь только оправился святой Антоний от причиненных бесами страданий, как устремился в пустыню, за 2 или 3 дня пути от жилых мест, и там заключился в старом заброшенном капище, в котором был колодец с водой, а хлеб доставлял ему по полугодно друг его. Какие он нес здесь труды и подвиги, и что с ним было, никто не видел. Но судя по тому, каким он вышел из затвора, должно заключить, что это было время созидания его духа Духом Святым. Здесь тоже происходило, что происходит с гусеницей, когда она завертывается в куколку. Никто не видит, что с ней делается в эту пору, она будто замерла. Но между тем вся оживляющая сила природы действует в ней, и в свое время из куколки вылетает прекрасный разноцветный мотылек. Так и с святым Антонием. Никто не видел, что с ним. Но Дух Божий ни для кого незримо, неведомо большей части для самого Антония, созидал в нем нового человека по образу создавшего его. Когда кончилось время созидания, ему повелено было выйти на служение верующим. И он вышел, облеченный разнообразными благодатными дарами Святого Духа. Как Христос восстал от мертвых в славе Отца, так святой Антоний и шел теперь в обновленной духом жизни. Этим закончилось образование духа святого Антония. Вся последующая затем жизнь его была ничто иное, как плодоприношение от того, что посеяно в первые 2 периода его жизни. Это 3-й время служения во благо церкви, как будто апостольство его. Коль многоплодно и широко было это служение, всякий увидеть может из описания жизни его святым Афанасием. Он служил всеми дарами благодатными, а каких у него не было. Был дар чудотворений, дар власти над бесами, над силами природы и над животными, дар прозрения мыслей, дар видения происходившего вдали, дар откровений и видений. Но из всех даров самый многоплодный и обширный по приложению был дар слова. И им-то послужил он меньшей братьей своей, более нежели всеми другими дарами. Святой Афанасий пишет, что Бог дал святому Антонию слово сильное,
проходящее до глубин сердечных. И он умел с такой силой говорить на пользу каждому, что многие знатные лица, военные, гражданские, люди с большим достатком, слагали с себя тяготы житейские и делались монахами. Да и кто, приходя к нему печальным, возвращался необвеселенным? Кто, приходя к нему, проливающим слезы об умерших, не оставлял тотчас своего плача? Кто, приходя гневным, не применял гнева на кротость? Какой, впадавший в нерадение монах, побывав у него, не делался снова ревностным и крепким в подвигах? Какой юноша, увидев святого Антония и выслушав его, не отрекался от утех и не начинал любить целомудрие? Сколько дев, имевших уже женихов, издали только повидав святого Антония, перешло в чин невест Христовых? Из этого свидетельства видно, что святой Антоний не закрывал источника своего богодарованного ведения. Да и приходили к нему преимущественно за тем, чтобы послушать, принять слово истины и найти себе должное руководство. И он всех по апостолу научал, обличал, умолял. Иногда обильным потоком изливалось слово его, как то, которое сохранил в его жизнеописании святой Афанасий. Иногда говорил он менее пространные речи, как его 20 кратких слов. Но более ограничивался он краткими изречениями, полными смысла и силы. Эти краткие изречения в неисчетном множестве переходили потом из уст в уста, составляя как бы ходячий устав подвижничества, и вошли, наконец, в сборники отеческих достопамятностей. Иногда святой Антоний писал и послания к детям своим духовным, инокам разных обителей, в которых то изображал общие черты жизни о Христе Иисусе, то врачевал частые немощи братьев. Все исшедшее из уст святого Антония и преданное письму нам, и все им писанное доставит богатую пищу душе, ищущей назидание. До нас зашли, кроме помещенного в жизнеописании пространного слова, 20 посланий инокам, 20 кратких слов о добродетелях и пороках, 170 глав о доброй нравственности, его правила для монахов с двумя к нему прибавлениями и множество его изречений и сказаний о нем, всегда назидательных и поучительных, разбросанных в разных отечниках отечественного издания. Здесь предлагается внимание любителей такого чтения изречений из посланий, изречений святого Антония, сказания о нем. Первая, страница 17. «Да будет общую всем такая преимущественная забота, чтобы начавший не ослабевать и не унывать в трудах, и не говорить, долго уже времени пребываем мы в подвиге. Но будем лучше, как бы, начиная каждый день, приумножать ревность свою. Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше ничто перед жизнью вечную. Так что, тогда как в мире всякая вещь продается по стоимости, и всякий выменит равное на равное, обетование жизни вечной покупается за малость некую, ибо написано: дней лет наших 70, а при большей крепости 80, и лучшая пора их труд и болезни. Итак, если все 80 или даже 100 лет пребудем мы в подвиге, то неравное 100 годам время будем царствовать, но вместо 100 лет будем царствовать во веки веков. Притом, подвязавшись на земле, наследие получить имеем мы обетование не на земле, но на небесах. Еще, сложив тело тленным, мы воспримем его нетленным. Не будем же унывать и не будем думать, будто долго прибыли мы в подвиги или сделали что великое. Ибо нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Второе. Также, взирая на мир, не будем думать, будто отреклись мы от великого чего. Ибо вся эта земля очень мала перед целым небом. Поэтому, если бы и над всей землей были мы господами, и отреклись от всей земли, то и в этом опять не было бы ничего равноценному Царству Небесному. Ибо как тот, кто бросает одну драхму меди, чтобы приобрести 100 драхм золота, так и тот, кто, будучи господином всей земли, отрекается от нее, оставляет немного, а получает во 100 крат более.
Если же вся земля неравноценна небесам, то оставляющий несколько десятин как бы ничего не оставляет. Хотя бы оставил он при том и дом, и много золота, и тогда не должен хвалиться или малодушествовать. С другой стороны, надо подумать, что если бы не оставили мы, что имеем ради добродетели, всячески, после умирая, оставили бы то, как оставляем часто даже тем, кому не хотели бы, как упомянул об этом еще Экклесиаст 4.8. Почему же не оставить нам всего ради добродетели, чтобы наследовать зато Царство Небесное? По сей же причине никто из нас не должен питать в себе желание приобретать. Ибо какая выгода приобретать то, чего не возьмем с собою? Почему не приобретать нам лучше того, что и с собой взять можем, как-то благоразумие, справедливость, целомудрие, мужество, рассудительность, любовь, нищелюбие, веру во Христа, безгневие, страннолюбие? Приобретя эти добродетели, мы найдем их там впереди себя, приготовляющему нам пристанище на земле кротких. Такими-то мыслями да убеждает себя каждый не малодушествовать, наипаче же, если рассудить при том, что он есть раб Господень и обязан работать своему владыке. Как раб не осмелится сказать: «Так как я работал вчера, то нынче не стану работать», и, вычисляя протекшее время труда, не перестает он трудиться в последующие дни, но каждый день, как написано в Евангелии, оказывает ту же ревность, чтобы угодить своему господину и не попасть в беду. Так и мы будем каждый день с терпением пребывать в подвиге, зная, что если один день проведем мы в нерадении, Господь не простит нам того ради труда в прошедшее время, но прогневается на нас за сие нерадение. Так у Иезекииля слышали мы: если совратится праведник от правды своей и сделает грех и умрет в преступлении, которое сделал, в том умрет. Так и Иуда в одну ночь погубил труд всего протекшего времени. Итак, возьмемся за подвиги и не будем унывать, ибо в этом имеем мы содействователем и Господа, как написано: «Всякому избравшему благое, Бог содействует во благое» Римлянам 8.28, Иезекииле 18.26. Для этого же, то есть чтобы нам не малодушествовать, хорошо содержать в мысли и следующее изречение апостола: «Умираю каждый день» 1 Коринфянам 15.31. «Ибо если мы станем жить как умирающие каждый день, то не согрешим». Изречение же это означает вот что: чтобы мы каждый день, пробуждаясь, думали, что не проживем до вечера, и, намереваясь ложиться спать, думали, что не пробудимся. Потому что и по естеству неизвестен предел жизни нашей. Неизвестно нам и то, какую меру полагает ей каждодневно провидение. Так расположившись и каждый день живя так, мы не будем ни грешить, ни иметь похоти к чему-либо, ни воспламеняться гневом на кого, ни собирать себе сокровища на земле. Но как ожидающие каждый день смерти, будем нестяжательны и будем всем все прощать. Похотение же жены или другого какого нечистого удовольствия ни на одно мгновение не будем удерживать в себе. Но тотчас будем отвращаться от него, как от чего-то мимоходящего, пребывая всегда в предсмертном как бы борении и прозревая день суда. Ибо сильный страх и опасение будущих мук уничтожает приятность удовольствия и восстановляет клонящиеся к падению душу. Итак, начав дело спасения и вступив уже на путь добродетели, будем наиболее простираться переднее, вперед, так, чтобы достигнуть, Филиппийцам 3.14. И никто да не обращается назад, подобно жене Лотовой, потому особенно, что Господь сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не надежен для Царства Небесного» Лука 9. Обратиться же вспять не иное, что означает, как раскаяться, что оставили мир, и начать опять по-мирски мудрствовать. 7. Не устрашайтесь, слыша о добродетели, и не чудитесь о имени сим, ибо недалеко от нас и не вне нас, а в нас есть дело сие, и оно удобно, если только захотим.
Елена отправляется в чужие края и переплывает море, чтобы изучать науки. А нам нет нужды отправляться в чужие края, царства ради небесного, ни переплывать моря ради добродетели. Ибо Господь предотвратил это, сказав: «Царство небесное внутрь вас». Лука 17. Поэтому для добродетели нужно только то, чтобы мы ее захотели, так как она в нас есть и из нас образуется. Ибо коль скоро душа разумная находится в естественном своем чине, то в то же время в нас есть и добродетель. Душа находится в естественном своем чине, всегда пребывает такой, какой сотворена. Сотворена же она весьма доброю и правою. Почему Иисус Навин, давая заповеди, и говорил народу: «Исправьте сердца ваши Господу Богу Израилеву». 24. А Иоанн: «Прямыми сделайте стези». Матфея 3. Правая же душа бывает, когда разумность ее находится в естественном своем чине. Когда же она уклоняется в другую сторону и извращает чин, требуемый естеством, тогда это называется злом в душе. Итак, не затруднительное это дело, добродетель. Ибо если мы пребываем так, как созданы, то находимся в добродетельном состоянии, а если замышляем худое, то нас справедливо называют злыми. Если бы совне надлежало заимствовать это дело, добродетель, то, конечно, оно было бы затруднительно. Но если оно в нас есть, то будем только хранить себя от худых помыслов и соблюдать душу свою Господу, как принятый от Него залог, чтобы Он признал ее творением Своим, увидев, что она такова, какой Он ее создал. Будем бороться с собой, чтобы не тиранствовал над нами гнев и не властвовала похоть, ибо написано: «Гнев человека не творит правды, и похоть, зачавшая, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». Якова 1:15-20. Но ведя такую жизнь, будем крепко трезвиться, и как написано: «Всяким хранением сохраняй свое сердце». Притча 4:23. «Ибо имеем страшных и вселукавых врагов, злых демонов». 9. «И с ними-то у нас брань, как сказал святой апостол: наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей сми века сего, против духов злобы поднебесных». Ефесянам 6:12. «Великая их толпа в окружающем нас воздухе, и они недалеко от нас. Великая также есть между ними разность. Но о естестве их и различии слово было бы очень продолжительное, и притом говорить о всем более прилично тем, кои выше нас, чем нам. Нам же ныне, не терпящие отлагательства, настоит нужда узнать только их против нас козни». 10. Это не страница, а пункт в наставлениях Антония. Итак, во-первых, знаем, что демоны созданы не в таком состоянии, из-за которого называются демонами, ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но не спадши от небесного мудрования и вращаясь уже около земли, Еленов прельстили привидениями, нам же, христианам завидуя, все приводит в движение, в желании воспрепятствовать нашему восхождению на небеса, чтобы не зашли мы туда, откуда они сами не спали. Поэтому потребно многое молиться и подвязаться, чтобы, прияв от Духа дарование, рассуждать духовно. 1 Коринфянам 12:10. Можно было узнать касательно их, какие из них менее злы, какие более, о каком деле каждый из них имеет заботу, и как каждого из них можно излагать и изгонять, ибо много у них козней и много изворотов их наветливости. Блаженные апостолы, последователи его, знали это, когда говорили: «Ибо нам не безызвестны их умыслы». 2 Коринфянам 2:11. «Мы же, в чем были от них искушены, в том должны взаимно друг друга предостерегать. Вот и я, сам отчасти испытав их козни, говорю вам о том, как детям. Они, коль скоро увидят всякого христианина, а тем более монаха, пребывающего в труде и преуспевающим, то первое, первее всего, покушается и пытается положить на пути его соблазны. Соблазны же их суть злые помыслы. Но нам не должно бояться этих внушений, потому что молитвами, постами и верою в Господа враги тотчас низлагаются. Впрочем, и будучи низложены, они не успокаиваются, но тотчас опять приступают с коварством и хитростью. Когда не возмогут они обольстить сердце подвижника явно нечистыми пожеланиями,
то опять нападает, но иным образом именно. Устраивает разные привидения, чтобы устрашить его. Для чего притворяется в разные виды, принимает на себя образы жен, зверей, присмыкающихся, великанов и множество воинов. Но и таких привидений не должно бояться, потому что они ничто. И тотчас исчезает, коль скоро кто оградит себя верою и знамением креста. Впрочем, они дерзкие, крайне бесстыдны. Почему, если и в этом бывают побеждены, то нападают иным еще образом, принимают на себя вид прорицателей и предсказывают, что будет спустя несколько дней. Также показывают себя высокими, чтобы кого не могли привести помыслами. Уловить хотя такими привидениями. Но не будем слушать демонов, как чуждых нам. Не станем слушаться их, хотя бы они возбуждали нас на молитву, хотя бы говорили о постах, а будем внимательнее смотреть на цель нашего подвижничества и не будем обольщены ими, делающими все с лукавством. Бояться же их не должно, хотя бы казались они наступающими на нас, хотя бы угрожали смертью, потому что они немощны и ничего более сделать не могут, как только угрожать». Все попечение надо прилагать более о душе, а не о теле. И телу уступать по необходимости малое время, все же остальное посвящать более всего душе, искать ее пользы, чтобы не увлекалась она телесными сластями, но более всего порабощала себе тело. Все это и значит сказанное Спасителем: не заботьтесь о душе вашей, о теле, что есть и пить. И вы не ищите, что есть или что пить, ибо всего этого ищут язычники. Бог ваш, Отец Небесный, знает, о чем вы имеете нужду. Прежде всего, Царствие Божие ищите, и правда Его, и все сие приложится вам. Веруй в Господа, люби Его, и храни себя от нечистых помыслов и плоских удовольствий. И как написано в притчах: «Не прельщайся насыщением чрева» 24.15. «Бегай тщеславие, молись непрестанно, пой псалмы перед сном и после сна, изучай заповеди, данные тебе в Писании, содержи в памяти деяния святых, чтоб памятающая заповеди душа твоя имела ревность святых для себя образцом. Особенно старайся исполнять апостольские наставления: солнце да не зайдет во гневе вашем» Ефесянам 4.26. И думаю, что это сказано вообще относительно всякой заповеди. «Чтобы не заходило солнце не только во гневе, но и в другом грехе нашем. Ибо хорошо и необходимо, чтобы не осуждали нас ни солнце за дневной проступок, ни луна за ночной грех, и даже за худое помышление. Чтобы соблюсти себя от этого, хорошо выслушать и сохранять апостольское слово. Испытывайте себя» 2 Коринфян 13.5. «Поэтому пусть каждый ежедневно дает себе отчет в дневных и ночных своих поступках. И если согрешил, да перестанет грешить. Если не согрешил, да не хвалится тем, но да пребывает в добре, и не предается ни родению, и ближнего не осуждая, и себя не почитая праведным, доколе придет Господь» 1 Коринфян 4.5. «Испытующий тайное. Нередко от нас самих бывает сокрыто, что делаем мы. Но хотя не ведаем этого мы, но Господь видит все. Поэтому, суд предоставя Господу, будем сострадательны друг к другу, станем носить тяготы друг друга» Галатам 6.2. «И истязывать себя, испытывать, стараясь восполнять то, в чем мы недостаточны» 15. «Как рождение себя от греха будем соблюдать еще следующее. Пусть каждый из вас замечает и записывает свои поступки и душевное движение, как бы с намерением сообщить их друг другу. И будьте уверены, что он, стыдясь известности, непременно перестанет грешить и даже содержать в мыслях что-либо худое. Ибо когда кто грешит, желает ли он, чтобы его видели? Или кто, согрешив, не пожелает лучше солгать, только бы утаить грех? Как, наблюдая друг за другом, не станем творить блуда, так если будем записывать свои помыслы с намерением сообщить их друг другу, легче соблюдем себя от нечистых помыслов, стыдясь известности. Итак, записывание да заменит для нас очи наших сподвижников, чтобы, чувствуя при записывании такой же стыд, какой чувствуем, когда смотрят на нас, и в мысли мы не держали бы чего худого.
Если так будем образовывать себя, то придем в состояние порабощать тело свое, угождать Господу и попирать козни врага. Думаю, что благодать Духа Божия скорее исполняет тех, кои от всего сердца вступают в подвиг, и с самого начала определяют себе стоять и ни за что не уступать место врагу ни в какой брани, пока не победят его. Впрочем, Дух Святой, призвавший их, сначала все делает для них удобным, чтобы усладить таким образом вступление в подвиг покаяния, а потом показывает им пути его во всей истине и трудности. Помогая им во всем, он впечатляет в них, какие есть труды покаяния, полагает им пределы и образ, как в отношении к телу, так в отношении к душе, пока не приведет их к совершеннейшему обращению к Богу, Творцу своему. Для этого он постоянно возбуждает их к тому, чтобы приутруждать и тело свое, и душу, чтобы они, равно осветившись, равно соделались достойными и наследие жизни вечной. Приутруждать тело постоянным постом, трудом, частыми бдениями, а душу духовными упражнениями и тщанием во всех служениях и послушаниях, совершаемых через тело. Об этом, чтобы ничего не делать небрежно, а все с отчаянием и страхом Божиим. Надобно стараться при всяком телесно совершаемом деле, если желаем, чтобы оно было плодоносно. 17. Изводя на подвиг кающегося, Дух Божий, призвавший его к покаянию, подает ему свои утешения и научает его не возвращаться вспять и не прилепляться ни к чему из вещей мира сего. Для этого он открывает очи души и дает ей узреть красоту чистоты, достигаемой трудами покаяния, и через то возгревает в ней рвение к совершенному очищению себя вместе с телом, так, чтобы оба стали одна по чистоте, а не по чистоте одно. Ибо в этом цель обучительного руководства Духа Святого, чтобы совершенно очистить их и возвести их в то первобытное состояние, в котором находились они до падения, истребив в них все примешанное зависти дьяволу, так, чтобы не оставалось в них ничего вражеского. Тогда тело станет во всем покорствовать велением ума, который будет властно ограничивать его в пище и питье, и сне, и во всяком другом действии, постоянно научаясь от Духа Святого, по примеру святого апостола Павла, «умерщвляю и порабощаю тело мое». 1 Коринфянам 9:27. Небезызвестно, что в теле бывают троякого рода плотские движения. Первое есть движение естественное, прирожденное ему, которое, однако, ничего не производит греховного, совести тяготеющего, без согласия души, а только дает ощущать, что оно есть в теле. Другое движение в теле происходит от слишком обильного питания тела пищей и питьем, когда рождающийся от этого жар крови поднимает в теле брань против души и склоняет ее к нечистым похотям. Потому-то и говорит апостол: «Не упивайтесь вином, в котором есть блуд». Ефесянам 5:18. Равно и Господь заповедует ученикам в Евангелии: «Смотрите, чтобы не отягчались сердца ваши пьянством или объедением». Лука 21:34. Те же, которые возревновали достигнуть полной меры святости и чистоты в иноческом чине, особенно должны всегда так себя держать, чтобы можно было говорить с апостолом: «Смиряй и порабощай тело мое». Третье движение бывает от злых духов, которые по зависти искушают этим и покушаются расслабить взыскавших чистоты иноков уже или уклонить с пути хотящих войти во двор чистоты. Впрочем, если человек вооружится терпением и неуклонной верностью заповедям, кое от Бога, то Дух Святой научит его ум, как очистить душу и тело от таких движений. Если же он расслабнет, когда чувством, и попустит в себе небрежение о слышанных им заповедях и повелениях, то духи злые начнут одолевать его, насядут на весь состав тела и станут сквернить его тем движением до того, что измученная душа не будет знать, куда деваться, не видя в отчаянии, откуда бы пришла к ней какая-либо помощь. И только после того, как она, отрезвившись, станет снова на сторону заповедей, восприявшей их иго, или сознавший силу обязательства, предаст себя Духу Божию, снова исполняется она спасительным настроением. Тогда-то
уразумевает она, что покоя должна она искать единственно в Боге, и что только таким образом возможен для нее мир. 20. Необходимо, согласно и равно стремясь к совершенной чистоте, нести труды покаяния и душой, и телом. И когда ум сподобится такой благодати, чтобы без саможаления и поблажки вступать в борьбу со страстями, тогда ему присущи станут внушения, указания и подкрепления духа, с помощью которых он успешно начинает отражать от души все нечистые прирожения, исходящие от похоти сердца. Дух сей, сочетавшись с умом или духом человека ради решимости последнего строго исполнять указанные заповеди, направляет его к тому, чтобы отгонять от души все страсти, как примешивающиеся к ней со стороны тела, так равно ее собственные, кои живут в ней независимо от тела. Он научает его держать в порядке тело, все с головы до ног, глаза, чтоб смотрели с чистотою, уши, чтоб слушали в мире или мирное, и не услаждались наговорами, пересудами и поношениями. Язык, чтоб говорил только благое, взвешивая каждое слово, не допуская, чтобы в речи вмешивалось что-либо нечистое и страстное. Руки, чтоб были приводимы прежде в движение только на воздеяние, в молитвах и на дела милосердия и щедродательности. Чрево, чтоб держалось в должных пределах потребления пищи и питья, сколько нужно только для поддержания тела, не попуская похотений и сластолюбия увлекать себя за эту меру. Ноги, чтоб вступали правы, ходили по воле Божией, направляясь к служению добрым делам. Таким образом, тело все навыкает всякому добру, и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных. Душа имеет, как сказано, свои собственные страсти –